Сейчас мы рассмотрим несколько упражнений, как правильно научиться челноку. Итак, что такое челнок? Мы становимся с вами, согнув ноги, ровно так, чтобы центр тяжести был посередине. И начинаем двигаться вперед-назад, не перемещаясь ни на одну из ног. То есть у нас загружены обе ноги весом тела. К этим движениям мы прибавляем одиночные удары, например, на каждое третье движение вперед. Раз, два, удар. Раз, два, удар. Раз, два, удар. Раз, два, удар. Это первое упражнение. Следующее упражнение более сложное, когда мы бьем на каждое движение вперед. Двойки на каждое движение вперед. Тройки. И четверки. В любой комбинации на удар слева мы должны делать скачок. Итак, рассмотрим медленно, например, трехударную комбинацию. То есть удар справа мы не прыгаем, если это не первый удар в комбинации. Скачок. Удар, скачок. На каждый удар слева скачок. Скачок, удар, скачок. Скачок, удар, скачок.